Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Так получилось, что я сегодня озвучу афоризмы и цитаты разных писателей, в том числе и писателей, афоризмы и цитаты, которых я уже озвучил у нас на каналах раньше. Возможно, кому-то будет интересно угадать, кому они принадлежат. Имена и фамилии я сегодня называть не хочу, поскольку их сегодня довольно много. Но и с вашего позволения приступаю. Выражение сочувствия у женщины является проявлением самого утонченного издевательства. Следующее лучше зачитаю. Вы, люди, молитесь своему папочке, который бросил вас на произвол судьбы и даже отказывается платить алименты. А того, кто вас вырастил и воспитал, признавать не хотите. Подскажу, под тем имеется в виду сатана. Следующее тоже зачитаю. Если Господь может простить прегрешения, то человечество никогда не простит церкви ее жестокости и фанатизма, алчности и развращенности ее иерархов. Воспитанный мужчина отличается от невоспитанного тем, что первый умеет говорить женщине то, во что она хочет верить. Следующее тоже лучше зачитаю. Смирение, отец Серафим, философия нищих. Нищих телом и нищих духом. Если вы сделаете людей нищими духом, призывая к смирению, то их легко будет сделать и нищими материально. Это взаимосвязано. Следующую цитату тоже лучше зачитаю. Законная власть не нуждается в смирении. Как раз отсутствие смирения является гарантией законной власти. Ибо, отец Серафим, если власть перестает быть законной, то население вправе и обязано, я подчеркиваю, обязано свергнуть такую власть. Только создав из страны концлагерь, деспот мог быть уверенным в собственной безопасности. Легче всего принимать решения, не требующие немедленных действий. Перед сражением воин должен быть спокоен и равнодушен предстоящим. Следующее лучше зачитаю. Мир таков, каким мы его представляем. Стоит выпустить его из взгляда, как он начинает изменяться, течь как вода. Иногда это можно заметить в уголках глаз. Следующее тоже лучше зачитаю. Свобода выбора скрывает за собой выигрыш или полное поражение. Редко первое, гораздо чаще второе. Но тем не менее, кто не рискует, вообще никогда не выигрывает. Любой конец всегда лишь новое начало. Человек должен уходить из жизни с ясным сознанием. Чаще всего не везет тем, кто особенно сильно нуждается в удаче. Безвыходных положений не бывает. Все зависит от цены, которую ты готов заплатить за изменение ситуации. Если человек упорно и последовательно делает свою работу, рано или поздно к нему приходит удача. Следующую тоже лучше зачитаю. Когда ты кланяешься или целуешь руку даме, не бойся показаться неловким. Не думай об этом. Стой прямо, с высоко поднятой головой. Гораздо легче нравиться людям, когда не стремишься к этому. С ним обходились очень плохо. Неудивительно, что он так чувствителен к проявлению доброты. Говорить правду мужикам нельзя ни за какие коврижки. Всеобщее женское убеждение. Учину вот, бросая мысль, надейся на того, кто был собой и стал тобой, не зная ничего. На этом на сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках.